С удовольствием сегодня мы поговорим о специальном предложении нашего дня. Я обожаю вязаные пальто вещи. И сегодня мы поговорим с вами о том, как сделать свой день комфортнее. Обратите внимание на то, что такая нужная вещь в вашем гардеробе пригодится вам. И вы можете носить ее круглый год. Летнее пальто Асида от известного российского бренда Заря. Я обратила внимание, что сегодня вязаные вещи актуальны как никогда. Но вязаные вещи вязаным вещам рознь. И от этого зависит состав. Если мы говорим о летнем пальто, то сегодня дизайнеры огромное внимание обращают на качество. 30% натурального хлопка. Натуральный хлопок, вот это да! Вы видели натуральный хлопок по такой цене? И это специальное предложение сегодняшнего дня. Но это еще не все, Лена. Ты знаешь, для того, чтобы согреться в прохладные весенние и летние дни, я могу точно сказать, что здесь нам поможет пан. Не все женщины любят шерсть, ты знаешь, потому что шерсть иногда покалывает. А вот пан – это прекрасная альтернатива шерсти. Но он будет согревать точно так же, просто пан более мягок и прочен. Итак, мы поговорим сейчас не только о вязке, мы поговорим еще и о меланжированном вязаном полотне. Потому что именно меланжированное вязаное полотно всегда смотрится более достойно. Так. Это всегда выигрышный вариант, это как принт. То же самое, когда мы выбираем одежду, нам очень важно, как она выглядит и как она сидит на нас. Вот он принт, меланж, бежевые какао оттенки. А на нашей Тане мы украсили зону шеи платком и шарфом, и наше летнее пальто выглядит очень достойно, как в будни, так и в праздники. Ты знаешь, я смотрю на Татьяну и на тебя, ну просто образ первой леди сегодня у нас на подиуме. Ну, во-первых, мне очень нравится универсальный оттенок. Да. Таня выбрала для себя коралловую блузу, мы о ней поговорим позднее, я выбрала бирюзу. Но что бы женщина ни выбрала, это может быть водолазка, это может быть рубашка, это может быть платье. Когда она накидывает на себя такое яркое летнее пальто, она выглядит всегда очень достойно. И потом, такая вещь незаменима еще и потому, что мы привыкли к плащам, мы привыкли к курткам, а вязаное пальто, оно смотрится по-другому, и женщина в нем чувствует себя защищенно и уютно. Если вы хотите сделать себе образ первой леди прямо сейчас, звоните и заказывайте летнее пальто Асида. Успейте дозвониться и создать свой образ первой леди. Ты знаешь, на что еще обратила внимание? Вот я сейчас трогаю пальто, мы поговорили о тактильных ощущениях. Очень приятные. Это очень важно. Ну а сейчас давай поговорим о красоте. Как я уже сказала, здесь помимо меланжированной вязки, еще мы видим с вами соединение двух вязок. Это очень сложный процесс. Но бренд Заря тем славится, что он предлагает очень уникальные, оригинальные вязаные вещи. Ведь нужно заметить, что бренд Заря любим не только нами. Туристы, кто приезжает в нашу страну, всегда покупают Зарю. Потому что это качество, проверенное временем и полюбившееся миллионами нашими российскими модницами. Успейте и вы пополнить свой летний-весенний гардероб прекрасным летним пальто. Ну вот, Свет, скажи, пожалуйста, у моей мамы, например, покатые плечи. Как будет сидеть пальто на ней? Вот мы сейчас поговорим о очень важном моменте, это моделирование фигуры. Да. Многие женщины думают, что если они покупают вязаную вещь, то она будет на них сидеть мешковато. Да. Это не про наше пальто. Наше пальто имеет форму. Еще раз напомню, что от этого зависит качество, как оно будет сидеть. Но, говоря про плечики, я тоже обратила внимание, что здесь у нас модельеры и скульпторы фигуры. Давайте посмотрим сейчас внутрь, и мы убедимся с вами в этом наглядно. Подплечники я называю скульпторами еще и потому, что за счет подплечников пальто будет сидеть. Когда говорят, что главное, чтобы костюмчик сидел, я понимаю теперь эту пословицу уже, потому что именно благодаря подплечникам это пальто не только приподнимает плечи, моделирует их, но еще и позволяет пальто не висеть в таком вот неприятном виде, а именно сидеть по фигуре. Ну, раз мы уже говорили про фигуру, давай поговорим о том, что у нас женщин разные фигуры. У моей мамы, например, тип фигуры груша, у меня, например, квадратный тип. Как будет на разных фигурах сидеть пальто? Ты знаешь, я могу сказать про вязаные вещи, их преимущество еще и в том, что они садятся на любой тип фигуры. Потому что вот если посмотреть на Таню, у Тани тип фигуры песочные часы. Но пальто сидит изумительно. Мои широкие бедра тоже прячутся под полами этого пальто. И мне нравится, что это пальто меня стройнит. Причем я хочу заметить, что если женщина обладательница нестандартного типа фигуры, я в таком случае всегда говорю, выбирайте пальто на размер больше. Все-таки это пальто, а не платье, и оно должно сидеть немного свободнее. Следуйте советам нашего стилиста Светланы Воронцовой и заказывайте прямо сейчас
сейчас летнее пальто Осина, ведь это специальное предложение дня, и цена действует только сегодня. Свет, ну мы поговорили, конечно, про вязку, но самое главное, как она прошита и как сделаны поля, Качество бренда Заря мы сейчас можем увидеть с вами. Во-первых, мне очень нравится, что все боковые соединительные швы нашего пальто очень отчетливо видно, все закреплено настолько, что это пальто может прослужить десятки лет. Его могут носить как молодые девушки, так и взрослые дамы, потому что у вязаных вещей нет возрастных ограничений. То, что касается этнического стиля, сегодня он тоже очень популярен. Мы видим с вами о том, что здесь у нас пуговицы, сделанные под дерево. А на секундочку, одна такая модель в магазине стоит рублей 250-300. Конечно, да. Посчитай, сколько у нас пуговиц. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Умножь на 250. Вот так вот и получится почти 2000 рублей. Представляете, а у нас стоит готовое изделие по цене пуговиц буквально. И оно специально для вас только сегодня. Успейте дозвониться прямо сейчас. Еще один момент. Так. Это, конечно же, накладные карманы. Я не знаю ни одной женщины, которая бы не любила карманы. Дело все в том, что, конечно, карманы не заменят нам дамскую сумочку, но наличие их здесь очень востребовано. Стильно. Положить, например, телефон, положить ключики. Давайте еще раз полюбуемся нашей моделью Таней и подведем итог. Это летнее пальто всесезонное, потому что зимой я предлагаю носить его вместо кардигана и пиджака. Нужно еще раз заметить о том, что здесь удивительный состав. 30% натурального хлопка. Ну а о секретах хлопка и его преимуществе мы уже не раз слышали в нашей программе. Так, ну подожди, но это вязаная ткань и такой светлый цвет. Как будем стирать? Вот по поводу стирки я бы не переживала, потому что эту вещь мы стираем дома. Это домашняя стирка, конечно. Ты кладешь его в машинку. Выбираешь программу хлопок, температуру воды до 30 градусов, стираешь его дома, но после стирки я не советую перекручивать это изделие, лучше его разложить. Или на хлопковую простыню старенькую, например, которая уже не нужна, или на новое полотенце. Это бренд Заря, брендовая вещь, которую полюбили уже миллионы телезрителей. Это натуральные ткани, это экономия на уходе, но самое главное, это ваш безупречный, непревзойденный стиль первой леди. Ну а мы продолжаем нашу программу, и я хочу сказать, что сегодня вязаные вещи актуальны как никогда. Вещь, которую мы будем носить с вами круглый год, которая будет нас согревать и дарить самые прекрасные уютные ощущения. Женщины как-то не были, любят уют. Да, конечно, любите уют и любите себя. Будьте самой стильной, будьте самой модной 365 дней в году. Ну и еще хочется сказать о том, что такая вещь может заменить нам плащ и ветровку. Успейте дозвониться и заказать свое летнее пальто Осина прямо сейчас.